Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Brutal Street 2. Поехали! Так, у нас здесь... Ого, смотрите, там сколько охранников-то стоит. Ё-моё! Так, ниндзя прилетел. Куда? А, я видел, куда ты целился. Дробовик, давай быстрее туда, Лео. Надо нам с тобой дробовичок-то потом взять, обязательно. Но вначале вот с этими охламонами разберемся. Замечательно. Ты смотри, на него напали, на Леона. Оу-оу-оу-оу, отойдем маленько. Вот так вот. Не успел этот якудза сделать свой удар, как он хотел. Так, Панкуша, иди отсюда. И выпали здесь у нас два ниндзя. Ну что же, давайте тогда вот так сделаем. И еще вот так. Замечательно. Так, главное следить за хилкой. Они сейчас наверняка будут атаковать именно ее. Нет, смотрите-ка, на самурайку они переключились. Это что-то новенькое. Ух ты, на удар буквально. Мы этого ниндзю шлепнули. Ну и с этим, я думаю, тоже никаких проблем не будет. Разберемся только в путь. Готов огурец. Уносите его с поля и давайте нам новых врагов. Так, и здесь у нас, как видите, выходит амбал. Сейчас мы с ним разберемся. Вот так вот. Ай-яй-яй-яй-яй, нет, не прошел. Развернулся, и как раз он будет стоять у нас на этих звездочках и погибать потихоньку. Так, тюремщик, ну что ж ты так долго-то, а? Неудачно как-то у тебя получаются удары, много промахиваешься. Так, хилку минус, это замечательно. Ну давайте этого амбала уже крошить, я уже не знаю, что с ним там делать. Тут еще ниндзя пришел. Так, ага, все переключились у меня на самурайку, на мою ассасиночку. И она сейчас их будет всех разбирать. Тут еще Леон, конечно же, поможет маленько. Ну, готов огурец, все. Замечательно. Так, давайте-ка мы вот этого добьем. Оу-оу-оу-оу, тюремщик. Ты на последнем там издыхании, я смотрю. Надо тебя подхилить обязательно, причем срочно. Вот так, я думаю, тебе будет лучше. Да, конечно, если сравнивать атаку моей ассасинки и тюремщика, это небо и земля. У нее дамаг там будь здоров. Ну, а тюремщик у нас больше идет все-таки как не атакующий, а танк, который принимает на себя все удары. И почему-то за это он получает. Причем по-жесткому. Даже видите, суперудар очень и очень слабо отнимает хп у врагов. Так, отойди-ка, Лео. И давай вот так вот этого якудзу. Замечательно. Тихо. Он хочет сделать суперудар свой. Но не тут-то было. Давайте его добьем. Там у него очень мало хп осталось. Готов. Так, и вышла у нас хилка с таблеточками вражеская. Сейчас мы ее по-быренькому тут разберем. И вышел очередной ниндзюцу. Так, получи-ка. Ты смотри-ка, выжил еще, а? Ну, охламон. Так, готов, да? Быстро мы его... А, нет, вот он сюда переключился. Дробовик, как раз то, что надо. Для моего Лео это самая вкусная вещь. Давай-ка вот этого бомбить. У нас с вами есть суперудар. Но мы его пока придержим. Он нам еще, наверное, пригодится. Так... Панки эти и опять же ниндзя. Ну, я скажу вам одно. Враги здесь не особо сильные. Так что, думаю, получится у нас здесь все пройти на ранг S. Хотел сказать уже с тремя звездами. В общем, с тремя S-ками. И получить достаточно хороший бонус. В плане денег, может быть, еще и сундучок достанется нам. Оу. Три панка вышло. Ё-моё, на кого? На Лео пошли они, да? Сейчас они его будут там тыкать и колоть своими ножичками. Давайте его подхилим. И немножечко вот так вот мы сделаем. Замечательно. Опа, нет. Не убила ассасинка его, но сейчас ему будет крышка. Так, ну что ты, тюремщик, не можешь добить? Наконец-то добил все-таки. Умница, но надо его подхилить, потому что у него мало хп. Готов. Ну... Смотрите-ка, это еще была не последняя волна, и выходит у нас амбал.
с битой, который сейчас будет у нас получать. Так, а с этой стороны вышел Якудза. Так, ну тюремщик у меня, надеюсь, хотелось бы верить, с ним разберется. Хотя, мне кажется, у меня ассасинка, наверное, быстрее разберется с амбалом, чем тюремщик с Якудзой. Да что ж такое-то, докопался до моего Лео, а? Ё-моё. И не хочет отставать. Давайте усилим немножко и атаку повысим. Все, пока, я надеюсь, он простоит там еще. Да, какой же ты все-таки тюремщик у меня слабый, а? Надо будет тебя потом прокачать. Ну что же, Якудза упал, и теперь осталось только завалить амбала. Все, последний удар. Готов. Еще три панка вышло, елки-палки. Три панка и ракеза. Давайте, смертельный удар. Так, замечательно. Чтобы они ко мне не подходили, как вы поняли, я сделал ветряную защиту себе на хилке. И Лео делает спецудар. Да-да-да-да-да, по-моему, им кранты. Ну, ё-моё, да сколько же вас здесь, а? Это уже, по-моему, третий амбал выходит. Так, и вышел Якудза. И еще и ниндзя прилетел. Ага, вот так, значит, они решили. Как говорится, из земли и с воздуха меня достать. Давайте общий отхил сделаем. Так, Лео, надо оттуда уходить. Ага, молодец. Ушел. Ну, Якудза, давай. Уже хорош там выделываться. Осталось там тебе уже немножко. Не может тюремщик с ним справиться. Жесть какая-то. Броник. Броник — это хорошо. Только вот для хилки вот он не нужен был абсолютно. Я думал, что у меня тюремщик возьмет, но, видимо, он упал просто под ноги. Так, хилку с амбалом сейчас мы, наверное, уничтожим. Замечательно. А тут у нас ниндзя пляшет с этой стороны. Вот так вот. Ну, давай, давай, уже падай. Оба падайте сразу же. Синхронно получилось. И у меня, у ассасинки есть звездочки. Что же, это неплохо, это очень даже хорошо. Может быть... А, все, ребята, это был последний боец. Последний боец картеля. Ну что же, на ранг S и 146 долларов мы получили, плюс микрофон и маленький ящик. Так, здесь, походу, нам ничего не дали. Да, абсолютно ничего нету нового. Что у нас в магазине? Так, есть какие-то излишки? Микрофон. Ну, микрофон, как вы видите, очень слабенький, и менять я его не буду. У меня здесь стоит на 3 звезды, а он на 2. Ладно, давайте тогда с вами посмотрим по заточке. Так, вот это вот колечко я бы хотел немножечко заточить. Ну-ка глянем, получится у нас этот вариант или нет. В данный момент пока дает АП 10. Смотрите, почему-то не повышается больше, а? В чем проблема? Странно. Ну ладно, давайте заточим. И он у меня получает левел. Так, 2 звезды. Ну, нужно его еще эволюционировать. А у меня нету, к сожалению. Хотя есть, но эти кольца я тратить не хочу. Они нам еще, наверное, пригодятся, может быть. А может быть и нет. Жаль, конечно. У меня очень маленький инвентарь. Не помещается достаточно много предметов, которых бы я мог потом вкладывать в заточку. Так, что здесь? Ну, вот, ценник, конечно, да, 660 за какое-то кольцо. И у нас, ребята, здесь очередной бой корячится. Так что давайте мы его, наверное, пройдем. Ну что же, понеслась, как говорится. Так, опять у нас тут склад, коробки. И кто у нас здесь будет выходить? Ага, вижу агента. Надо его брать в оборот, ребята. Как раз у меня, у тюремщика, кастеты. Я думаю, сейчас быстренько с ними разберемся здесь. Так, жалко, у меня Леон в стане. Но, в принципе, это не страшно.
Главное, что он все равно стреляет. А ниндзя, я смотрю, звездочки стреляет по моей хилке. Ну, сейчас его ассасинка добьет, это однозначно. Блин, очень мало жизни было у тюремщика. Все, с первой бригадой мы разобрались. Давайте глянем, что у нас тут в бочке в этой будет. Так, вышел жирный. Давайте-ка его по-быренькому накумарим. Ядрить его на корень. Еще и второй выбежал, а? Так, еще и ниндзя. Вот это уже худо. Давайте вот так массуха сейчас бомбанем. И прицельным выстрелом. Ну что, ниндзя минус, отлично. Так, давайте хилить обязательно мою ассасинку. Иначе тут будет полный провал. Мы здесь должны выстоять, выжить, а не погибнуть. Да что ж такое, ты посмотри, тюремщик так и хочет сдохнуть, а? Хорошо, у него есть собственный отхил. Это очень спасает во многих ситуациях. Давайте вот так, блин, второго не задеваю, ребята. Ладно, давайте хотя бы одного. Так, отлично. Ну, я так считаю, что минус амбал. Да, так оно и есть. И еще один тут у нас остался. Прыгай. Ну, он сейчас допрыгается. Давайте все его бомбим. Заключенный, что ты просто так бегаешь, а? Вот ты мне скажи. Без дела, так скажем. Ну что ты, ассасинка, ну не можешь справиться, что ли, с этим амбалом? Ты же их щелкаешь, как орешки. Давай, помоги. С двух сторон. Все, готов. Ну, это еще не все, я смотрю, сейчас кто-то прибудет. Ага, якудза выбежал. Ладно. Я постоянно забываю перед этим ударом со спины сделать на повышение крит-атаки своей ассасинки. И поэтому она очень маленький дамаг наносит. Это плохо. Так, понеслась волна. Ну что же, один агент остался. Сейчас мы его по-быренькому шваркнем. Ну... Ё-моё, не могут справиться уже с этим. Так, опять якудза выбежал. И он охотится за моей... Да-да-да, ребята, за моей хилкой. Надо ее уводить сейчас будет. Так, отлично. Ниндзя прилетел, и вражеская хилочка вышла. Так, отходим здесь. Ию, мимо. Мимо, дорогой. Своим ножичком захотел почикать. Да не тут-то было. Слушайте, вот эти вот ниндзя, которые на, фиг знает, на каких-то там парусах, они очень сильно раздражают. Оу, ребята, у меня есть суперудар у ассасинки, который будет бить всех врагов. Да-да-да, давайте-ка применим. Вот так вот она делает. Ага, значит, она только одного. Я думал, что она каждого по разу будет пробивать, но нет. Ошибочка небольшая вышла. В принципе, не беда с этими... панками мы сейчас разберемся. Они ватные сами по себе, вот только хилки достается. И довольно неплохо. Так, подхилились. Замечательно, все, минус панк. Да елки-палки, когда же вы прекратитесь? Опять прилетел летун. Да-да-да, конечно, для тебя я-то буду стоять, чтобы ты по всем бомбил. Так, отойди, Лео, отойди. Черт, они оба пошли на него, ты представляешь? Ну-ка, вот так вот, минус один. Блин, мне показалось, что выпал меч, но это был его меч. А я думал, для ассасинки. Ошибочка вышла. Так, что тут у нас? Ага, панкуши идут. Хипари. Да, это хипари, а не панкуши. Ну что ж, давайте разберем. Хилка, я думаю, здесь не поможет им. Звездочки бросаем. Все, сейчас они на них и подохнут. Ха, шикандос. Ничего лишнего не скажешь. Куда идут? На хилку, что ли? Точно на хилку. Не тут-то было. Давай, заключенный. Ну что же, в принципе, все у нас пока под контролем. Давайте добьем. И опять я забыл сделать крит-атаку поднять. Ладно. Ну что, все живы, целы, и выходит у нас амбал. Давайте-ка его быренько тоже разберем сейчас. Ну, Беренька, вы, конечно же, понимаете, что Беренька не получится, а просто говорю, что будем его убивать в первую очередь. Так, отлично. Лео сейчас масухой бомбанет. Черт, но задели мы только амбала. Хипарь успел отойти. Давайте вот так вот сделаем.
Замечательно. Ну, давай, заключенный. Блин, кого там надо хилить? А, заключенного, в принципе, не надо подхилить нам. Да что ж такое-то? Ладно, ассасинка с амбалом справится. А вот это вот хипарь. Да вы... Хипарь, он сам по себе ватный. Но почему не может этот, как его, тюремщик его заколбасить, а? Нет, надо его прокачивать однозначно. Или менять ему оружие. Ну, не пойдет так дело. Или же изучать ему новые скиллы. Тоже как вариант. Но вы понимаете, что денег у меня нету. И не получится мне его развить, как бы я хотел. Так. Ну, эти хипари ерунда. Если они идут на моих воинов, а не на хилку, то им капздец. Так. Готов. И остался последний. Надеюсь, это действительно последний. Да, конечно. Летит ниндзюцу. Так, вот жалко, его нельзя подбить. Оу, еще и второй. И я так понимаю, что они после того, как обстрел делают, спускаются на землю. Или нет? Слушайте, нет, не спускаются. Видимо, обратно улетают туда, куда прилетели. Хотя почему-то здесь один появился. Так, ну ему капздец. Все, минус один. И там еще ниндзюца. А с этой стороны идет якудза, а там вышел амбал. Ё-моё, и тут еще. Оу, ребята, вот это засада. Это полная засада. Что будем делать-то? Давайте укрепимся, наверное. Так, сделаем воздушную оборону. Воздушную оборону. И вот так вот. Нам надо как можно больше уничтожать врагов. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, давай, зэк. Бомби там всех. Черт, опять на двоих не хватает. Будем этих тогда верхних бомбить. У нас еще есть, если что, защита. От хила нету, жалко. Так, ну что, я посмотрю, тут у заключенного плохо дела идут. Мало хп у него. Немножечко подкрепились. Все, теперь он в полном здравии. Так, минус ниндзю надо делать обязательно, потому что они звездочками стреляют, и вы прекрасно понимаете, что будут стрелять издалека. Это для нас очень плохо. Денежку заберем. И добиваем вот эту вот гниду. Она сейчас будет тут хилить, а нам это не нужно. Давай. Ассасинка, на кого ты переключилась-то? Ёлки-палки, я же тебя отправлял на этого, на ниндзю. Ай, вот ты незадача. Ладно, надо ее срочно хилить. Смотрите, она пошла против всех. Против ниндзи, против амбала и против хилки. Хорошо, эти хилки вражеские не могут бафать своих воинов, как мои. Там всякие защиту, атаку делать. А то было бы здесь очень сложно проходить их. Ну что, добиваем мы хилку вражескую. Немножечко там буквально осталось. Но, как всегда, у меня заключенный тупит. Но зато Лео справляется со своей основной задачей. Прикрывает моих воинов. И причем довольно хорошо. Так, давайте-ка вот с этим амбалом разберемся. Этого-то мы сейчас чпокнем. Готовченко. Башню снесли. Ну и амбал. Надеюсь, это у нас последний воин. Уже охота дальше пройти и посмотреть, что там у нас будет. Так, ну, отлично, ребята, это был последний из магикан. Мы прошли этот уровень. Сколько нам чего дадут? 156 бакинских. Слушайте, довольно неплохо, я доволен. Плюс костюмчик. И мы открыли новый какой-то скилл. Ай, такой обычный. Я-то думал, за миссию. Нет, к сожалению, только такой. А он нам не нужен. Так, что у нас тут? Давайте откроем, глянем. Микрофон, 2 звезды. Но это никуда не годится. 20 минут. Ладно, сгодится. И я смотрю, ребята, у нас следующий будет босс. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас тут по скиллам. Так, крит. Отлично. Здесь атаку повысим. Сюда 1800 надо, не хватает. Нет, конечно же. Ну что же, наверное, мы тогда ему вот так вот все примем, оставим. И где у меня моя родная? Так, тут у него выучено все. Так, а вот это я как-то пропустил. HP 6, это ж хорошо. Так, и еще 5. Еще 5, нормально, в принципе.
применяем. Ну и все, в принципе, больше у меня денег, наверное, ни на что не хватит. Да. Ну что, пойдем на босса или же глянем наш инвентарь и посмотрим, что можно там вообще сделать. Там, кстати, у нас новый костюмчик выпал, да? Ну, он, по-моему, на 2 звезды. Так, вот он. Ну-ка. Подожди-ка. Надо не здесь смотреть, надо в статусе. И где мой супербой? Да, конечно же, мы ставим с 2 звездами, чем 1 обычный. Ну и, в принципе, все. Больше мы ничего здесь сделать не можем. Ладно, как говорится, и на этом спасибо. Да, колечко-то какое-то дешевое на самом деле у него стоит. Так, здесь тоже без звезд. Но зато фиолетовое, типа, как она, легендарная или эпическая, ну что-то в этом роде. Так, ну-ка, получится у нас, нет? Ага, балалайку. Ха, нужно 4, а у нас всего 2. И к тому же по деньгам, ребята, не получится. 120 стоит заточка, это на данный момент. Ничего у нас не получится, мы идем с вами на босса. Давайте будем проходить его. Интересно только, что там за босяра. Опа-на. Ребят, вы узнаете? Это же гейша, которую мы в тот раз защищали. Оба-на. Вот это что-то новенькое. Нифига, кто? Ямото Юко. Здорово просто. Ямото Юко. Оу, их еще и трое. Зашибись, она дублирует сама себя. Ладно, главное здесь не запутаться среди них. Я так понимаю, что нужно бить основную. Что такое? Что они разбежались в разные стороны, да? Не нравится мне это все. Моя хилка уже много получила урона. Плюс заключенный тоже получил. Фигня какая-то получается. Не знаю, как мы здесь будем все это успевать делать. Но, по крайней мере, одного двойника мы уже убили. Так, ну-ка, идем. Лео, давай, бомби. А где она? Хотел прицелиться в двойника, а он куда-то исчез. Так, и они опять с полностью... Ядрить его на корень. Она так будет постоянно, что ли, их вызывать? Черт подери, вот это да. Ну, хотя бы, надеюсь, тут не будет этих воинов, ребят. Иначе просто заколбас будет полнейший. Так, 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 да когда что там есть? Минус один двойник. Так, давайте-ка вот так мы сделаем. Куда-то она исчезает. Да что такое? Ты постоянно так будешь делать, что ли, а? Тварина, блин. По ходу дела, да, ребята, надо бить основную, как говорится, кто вызывает двойников, то бишь гейшу эту, Ямото. Иначе это бесполезняк. А вдруг, если мы оставим двойников, они будут все время плодиться, 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 и тут заполонят мне всю карту. Что она там присела? Так, я уже думал, она там что-то собирается сделать. Так, отхил на отхиле. Во, вот так стреляем. Отлично. И она у нас опять начинает... Тихо, что это такое? Что она там бросила мне? Какие-то тряпочки. Оу, ноу. Щит, вышел у нас Леон. Вышла моя якудза и боксер. Вызывает она еще помимо этого двойников. Здорово просто-напросто. А сама сидит там, наблюдает. Ладно, давайте как-то, я не знаю даже кого тут начать разбирать просто за месяще. И у всех очень мало жизни, ребята, у всех, особенно у моей хилки. Черт, или он тоже страдает там. Давайте кого-нибудь, где, я уже путаюсь, где тут кто. Черт подери. Надо этого убивать, в первую очередь, мне кажется, Леона, потому что он стреляет. Так, ну что же, остался один боксер. Давайте-ка его по-быренькому уберем. И я так понимаю, что после этого опять выйдет эта гейша. И опять начнет тут своих двойников вызывать. Шикарно. Ну давай, ждем тебя. Точно? Вылетела. Ага. Что ты там? Шадоу, я тебе сейчас устрою, Шадоу. Уходим в тень, блин. Получила. Сейчас с тобой поговорю. Да ё-моё, отойди оттуда, хилочка моя. Ассасинка, почему ты ее не преследуешь, а? Я ж тебе сказал, бить ее. Давай, 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 давай. Отойди, отойди оттуда.
Все, нормуль. Так, ну, по крайней мере, ребята, она сейчас здесь одна, никого не вызывает. И это очень хорошо. Блин, очень мало хп. Надо хилиться. Так, замечательно. Из со всех видов орудий будем... Да ладно вам! Ты что ты творишь? Давай бомби там всех. Она теперь уже четверых вызывает, а не троих. Черт подери. Воу-воу-воу-воу-воу, сейчас. Отлично, успел я. А то бы мой тюремщик сейчас бы там и упал. Очень мало хп у него было. Хорошо, есть собственный отхил, который восстанавливает ему хорошо очень жизнь. Ну, по крайней мере, больше, чем моя хилка. Так. Куда они все бегут-то? За кем? Не пойму, блин, опять рассосались. Так, уже трое их. Нет, их трое и основная. Опять же их четверо. Да чтоб вас разорвало, а? Блин, я даже не знаю, кого тут надо бить в первую очередь, ребята. Я не успеваю за всеми тут уследить. Так, отошел, отошел я. Ай-яй-яй-яй-яй, давай-давай, делаем подхил. Так. Минус один, отлично. Так, отойди оттуда, сейчас тебя зафигарят нафиг. О! Блин, они все равно, ребята, успевают отбежать от моих суперударов. Как ни крути. Но, по крайней мере, все целенькие, все здоровенькие. Ну-ка, минус. Нифига не минус. Ага, вы смотрите, ребята, у главной-то осталось уже очень мало хп. Слушайте, надо ее как можно быстрее заколбасить. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так. Замечательно. Осталось очень мало хп у нее. Сейчас дорадуется. Что она опять там чудит? Ага, опять перевоплотилась и бросает двойников моих. Черт подери. Так, и опять та же самая бригада. Так, отойди оттуда, заключенный. И они что, за ним ломанулись все, что ли? Ага, Лео, смотрите. Лео двойник бьет хилку мою. Надо срочно отхиливаться. Так, ну что же, пока вроде живем. Давай, ассасинка, займись им там. Оу-оу-оу, вы смотрите, что происходит. Ё-моё, сейчас, по-моему, у меня хилочка-то и погибнет здесь, ребята. У нее вообще... все. Ее забомбили. Пипец, доигрались. Ну и что? Пройдем мы или нет? Мне что-то, честно говоря, сомнения какие-то берут. И это все виновата вот эта вот ассасинка вражеская. У нее очень охрененный дамаг. О, смотрите, что она творит. И от этого удара, как вы понимаете, не убежать со спины, который делает она. И причем она у меня не может хилиться. Только лишь заключенный может. Ну, добивайте ее, там осталось-то чуть-чуть. Отлично, молодец, Лео. Сделал контрольный выстрел. Блин, надо убегать. Надо подхиливать нам обязательно нашего заключенного. Иначе его сейчас разберут. И мы тогда не пройдем этого босса. Есть. Черт, еще 10 секунд ждать. Блин, надо вот эту дуру бомбить. У него там очень мало жизни. Я не знаю, успеем, не успеем. Что там она чудит? Опять сейчас вызовет своих двойников, больше чем уверен. Так, давай разберемся. Да что ж ты делаешь-то, ё-моё, какая волна, не туда ты пульнула. Ай-яй-яй-яй-яй. Все, жесть. Ну? Черт бы я побрал, а. Давай, Лео, вся надежда на тебя. Не добили, блин, со спины. Ну-ка, есть. Ух, ребята, вот это жесткач, босс. Я вам скажу, вы посмотрите сами, сколько хп у моих воинов осталось. Но, тем не менее, мы ее прошли. Ну, конечно, хреновенько, но 198 баксов получили и 4 кристалла. Плюс шмотки, это утешительный приз. И причем мы еще получили с вами чемодан. Так, миссия пройдена, и мы что-то разблокировали себе. Кабет Хард Левел. Не знаю, что это такое, но... И тут еще 5 кристаллов и двухзвездочная кофточка. Больше, походу, здесь ничего нету. Так, ну что же, не знаю, можно, в принципе, глянуть нам. Дальше мы, наверное, ребят, не пойдем, а вот здесь мы посмотрим. Так, что можно здесь из моих вещей? Давайте попробуем. Ага, попробовали. Я не знаю, что нужно для этого.
Наверное, нужны трехзвездочные синие шмотки, чтобы я как-то смог увеличить этот меч до 4 звезд. Другого варианта я не вижу. 60 кристаллов. Ну, этот можно, в принципе, открыть. И что выпадает? Микрофон с одной звездой. Вообще никчемный. А этот чемодан через 4 часа у нас активируется. В принципе, неплохо. Так. Я даже не знаю, что тут еще можно делать. У нас с вами 218 баксов. Так, оу, перчатки. Две звезды, а у нас надета одна звездочная. Конечно, есть смысл поменять. Так, давайте сделаем это дело. Давненько я не брал боксера, но у него уже и скиллы-то не прокачанные. Я представляю, сколько здесь нужно, чтобы прокачать все скиллы. Кстати, вы не забывайте, что у нас наверху есть две ячейки. Смотрите, они под замком. Видимо, кто-то еще будет. Потому что игра постоянно обновляется, что-то добавляется. И я думаю, что они добавят туда скоро новых героев. И это будет, наверное, хорошо. Так. Попробуем, ребят, попробуем. Я не знаю, что из этого получится. Так, что у нас? Так, это у нас не, пока ничего не прибавляет, смотрите. Ага, 52 АП. И все, что ли? Это все, на что мы способны? Всего... Две АПшки добавить. А, нет, смотрите, 55. Так, а если мы сделаем... Нифига не поменялось. Ну что ж, 76 баксов мы спускаем. И получается, у нас дубинка получает уровень. Но почему-то звезду не получила она. Ха, интересно. Так, так, если сделать 58, да, уже получается. 61. Давайте, конечно, сделаем. Оружие, кстати, на него почему-то вообще не дают. Именно на заключенного. Ну что же, я думаю, на этом мы с вами и остановимся. Эпик. Да, ребята, и уже продолжим с вами в следующей серии. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. И до новых, ребята, видосиков. Всем пока.